И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте подготовим сейчас вот эту сцену для проб именно анимации стрельбы с пистолета. Итак, есть Макаров, есть его детали, значит, персонаж Смексама и Рик Смексама. Так, добавим сейчас вот этому пистолету, значит, кости в одной сцене. Заходим, выбираем кости. Опять же, N-панель, screencast key забываем. И теперь заходим в Edit Mode. Так, ставим видимость костей in front, viewport display in front. Вытягиваем какую-нибудь косточку, желательно, наверное, с головы. Так, E, английская Alt, P, clear parent, G. И подставим пока ее, давайте, на наш пистолет. Так. Зайдем теперь в Object Mode, и нам нужно вот эти детали все пораскидать. Можно Move включить и потихоньку все это дело раскидать в разные стороны. Так, вот еще тут у нас будет, значит, включалка, как ее называют, предохранитель. Во. Так, теперь что тут еще? Ну, это бегунок, да? Должен будет двигаться. Ну, давайте его тоже сделаем. Ну и все. Это основной будет. Так, выбираем теперь опять же кости. Заходим в Edit Mode. И погнали. Значит так. Это будет у нас root кость. Вот это вот. Она будет, к ней будет привязан весь пистолет. Так, теперь Shift D. Это будет у нас, значит, бегунок. Ну, как вот это. Часть называется, не знаю. Мы ее поставим где-то посередине. Ну, чтобы видеть, где она будет. Потом, чтобы на место ее ставить, да? Так. Теперь Shift D. Нам понадобится вот этот вот включатель. Здесь мы его сделаем каким образом? Значит, S косточку уменьшим. Семерка на numpad. Значит, R. Мы ее переведем, уведем вот сюда, вот в эту часть. И, значит, тройка на numpad, из нее вытащим еще одну кость. Так, есть такое дело. Так, теперь этот же бегунок таким же образом сделаем. Значит, можно вот это все сделать, выбрать Shift D. Переведем ее к нашему вот этому, к нашей детали, сделаем R. И ее вот так вот повернем. Так, теперь нам понадобится еще вот такая же штука, Shift D. Это будет у нас уже, значит, курок. Мы ее повернем теперь G вниз и подставим, именно чтобы она на краю вот так вот была. Чтобы все нормально здесь крутилось. Так, еще одна кость нам понадобится. Это будет у нас магазин Shift D. Тоже мы его вот так вот поставим. Ну и в принципе все. Теперь заходим в Object Mode. Смотрим, выбираем детали нашего пистолета. Семерка на numpad. И надо перевести его по центру. Вот сюда. Так, смотрим, что тут как. Так, тройка на numpad, значит, эту деталь вот сюда подтянем. Эту деталь подтянем к этой части. Так, чтобы она была именно в кости. Так, тройка на numpad, можно R. Немножко перекрутить G. Подставляем. Так, теперь курок. Ну, в принципе, курок что, нормально. Магазин нормально. Так, тут еще есть у нас, значит, патроны. Вот они. Так, этот патрон в магазине. Значит, вот этот патрон Ctrl-J. Тоже будет
возможно, участвовать, тогда потом к нему привяжем еще косточку. Ну, пока он нам не понадобится. Или давайте сразу тогда его на кость посадим. Так. Выберем кости, зайдем в Edit Mode, выберем косточку магазина Shift-D, дублируем и подгоняем ее S к нашему патрону. Так, желательно, чтобы она чуть-чуть торчала из магазина, чтобы мы знали, где это будет пуля. Так, ну, в принципе, все попало. Теперь что делаем? Выбираем Object Mode, выбираем какую-нибудь деталь и выбираем кость. Это все будет боны, привязка. Выбираем в Post Mode косточку, Ctrl-P, бон. Заходим опять же в Object Mode, выбираем наш, допустим, бегунок и выбираем кости. И вяжем ее к верхней косточке, вот к этой. Ctrl-P, бон. Выбираем нашу вот эту вот, которая будет двигаться, значит, деталь, боек или как она называется. И тоже верхнюю косточку, Ctrl-P, бон. Выбираем пистолет, кость, Post Mode. Это тоже Ctrl-P, бон. Так. Вот какая штука получается, да? Так, это Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что случилось? Так, проверяем. Анимации нет. Так, это значит... Констрейны никакие не стоят. Угу. Значит, что делаем? Так, вот этой штуки Alt-P Clear Keep Transform. Тройка на numpad делаем. Так, и вот этой штуки Alt-P Clear Parent. Выбираем их вдвоем и делаем S. Делаем R. И делаем G. Назад все это дело по размеру надо вставить. Так, еще, значит, R докручиваем. G подставляем. И опять же S. Так, делаем S. Так, и еще, наверное, раз S. Угу. Так, тогда эта штука меньше должна быть. G, подставляем ее сюда. Так, а эту штуку тогда подставляем вот сюда, где она и была. Так, чуть-чуть повыше. Нормально. Теперь Alt-P Clear Parent. И видите, что пистолет, значит, тоже поменял свою, значит, бывает такая штука, свой размер. Это значит, где-то когда-то что-то было к нему привязано. Так, а ну-ка, S, G. Возможно, пуля еще, вот она. Пуля в нем еще одна, да? Так, это значит...
Как-то так, наверное, должно быть. Так, это вот сюда, это сюда. Так, что еще там исчезло? Вот эта пимпа тоже отлетела, да? Угу. Так, а ну-ка попробуем Alt-P Clear Parent. Тоже улетает вся эта часть. Так, это что у нас? Alt-P. И значит еще у нас получается что? Так, и вот эту пулю сразу. Так, она двойная, по-моему. Да. Так, Ctrl-J, объединяем и делаем Alt-P. Так, это нормально. Значит, на ней ничего не стояло. Так, где тут вот эти все детали? Тройка на нампаде. Делаем S. Делаем R, делаем G, подводим, еще раз уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Так, G. Угу. Еще раз S и еще раз G. Так, S, S, S. Ну, где-то так, ну, а ну-ка. Угу. Ну, если что, потом еще подгоним. Так. Подгоняем. Тройка на нампаде, значит, курок. Подставляем. Ну и на пулю. Вот эту пулю подставляем, значит, к нашей косточке. Так, R чуть-чуть выравниваем. Ну, в принципе, все. Пошли дальше привязывать. Ctrl-P, бом. Дальше у нас идет курок. На косточку Ctrl-P. Так, подождите. Postmod. И на вот эту, на вторую кость. Ctrl-P, Bone. Так, теперь у нас получается еще вот пуля осталась. Bone. И значит... А ну-ка, здесь что у нас? Ага. Вот эта штука тоже отвязана. Ctrl-P, Bone, опять же на вторую косточку. Вот на эту. Так, тройка на нампаде. А ну-ка, посмотрим, проверяем. Так. А это почему не привязалось тоже? Отвязал же я ее, да? Угу.
Так, это уже привязано, все зашибись. Так, еще вот на эту. Так, Object Mode, выберем косточку и добавим, наверное, еще на одну пулю. Так, Edit Mode, Shift D. Так, на одну пулю добавим кость. Так, теперь смотрите, эта пуля, все вот эти вот наши детали, вот пуля, потом вот эта штукенция, потом верхняя, дальняя, все вяжутся вот к этой косточке. Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь что у нас? Курок. Тоже вяжем Ctrl-P, Keep Offset. Все вот эти вот, ну, первые, вторые кости вяжем. Так, магазин. Так, а это что? Вот эта пуля делась тоже. Вот. Ладно, сейчас. Вот эта пуля вяжется к магазину. Ctrl-P, Keep Offset. А магазин вяжется к пистолету. Ctrl-P, Keep Offset. Object Mode, тройка на numpad, значит где-то улетела пуля. Вот тоже. R, S, G. Примеряем ее, значит, к магазину. Так, чуть-чуть поменьше. И поднимем ее, значит, до нашей вот этой штукенции, до косточки. Object Mode, выбираем кости, выбираем пулю, выбираем кости, заходим в Pose Mode и выбираем эту косточку Ctrl-P, Bone. Так, все, риг собран, сейчас я это дело пока сохраню. И теперь заходим в Object Mode, выбираем только кости, заходим в Pose Mode и соберем наш пистолет. Так, нормально. Теперь, значит, эту пулю ложим в наш магазин, значит. Ну, вдруг пригодится нам, да? А магазин можно подтянуть, подставить, значит, к нашему пистолету. Смотрим, чтобы он нигде не торчал, не вылазил. Так, и, значит, что у нас? Эта пуля будет... Так, Ctrl-Z я не привязал, пардоньте. Object Mode, выберем пулю, выберем кость, Pose Mode, Ctrl-P, Bone. Object Mode, опять же только кости,
Postmod и заведем ее, ну, в наш пистолет. Да, пусть где-то тут будет. Если она нам нужна будет, она будет вылетать. Ну, такая штука. Так, теперь заменим внешний вид костей. Так, это кто у нас? Вот, это будет Ctrl-Z, root кость N, панель, rig to, это будет у нас, значит, root кость, crit. Угу. Назначим какой-нибудь цвет ей, пусть будет плюс. Группа пусть будет красная. Decision, чтобы ее видеть. Потом вот это будет магазин. Магазин, сделаем стрелку. Угу. Так, площадка, поле, стрелка. Это с прошлых роликов. Так, это значит... Нужно все это дело теперь у нас покрутить, повертеть. Или можно оставить также в боку, чтобы она сбоку так торчала, чтобы ее было видно. Так, смоем 90. О, как раз по Z. Уменьшаем ей размер. Можно теперь ее... Пусть будет побольше и чуть-чуть... Или назад вывести, или вперед. Где удобно вам будет ее потом выбирать. За рукой ее видно не будет. Вот, чтобы торчала впереди. Тоже назначим ей какой-нибудь цвет. Пускай будет плюс группа. Это будет вот этот. Так, теперь. Ну, тоже пусть будет стрелка. Это будет у нас... Стрелка тоже красная. Потом, значит, курок. Так. Даже нет. Вот эту стрелку, наверное, мы заменим на другую стрелку. Вот. На двойную. Так. Есть такое дело. Теперь, значит, это что у нас будет? Пуля. Ну, давайте на пулю поставим... Куб. Назначим цвет какой-нибудь там, пусть будет желтый, чтобы в глаза бросался. Так, на курок. Так, вот эти все кости, вот которые здесь сбоку торчат, это будут у нас сферы. Так. Вот такая штука. Выведем их куда-нибудь вот так вот в бок. Пусть сбоку будет, да? Даже можно их, ну да, пусть так находится здесь. Тут рука еще будет. И вот они здесь будут нам мешаться. Так, по нолям. Тут они тоже вроде бы как не нужны. Можем их дальше чуть отвести. Вот, пусть они тут находятся сбоку. Тут они мешать не будут. Делаем плюс и цвет какой-нибудь, ну пусть будет зеленый. Так. А этим костям это что у нас получается? Значит... Это опускается у нас, значит, предохранитель. Так, на предохранитель поставим, давайте, финджер. Да и на этот, вот на эти все штуки. Так. Поставим финджеры. Угу. Так, на курок тоже-то финджер. Опа, курок отдельно идет, да? Значит, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Здесь будут финджеры. Это будет у нас, значит, какой цвет? Ну, пусть
красные будут, да? Желательно их сделать разноцветными, наверное. Так, это кто у нас? Это у нас тройка на нампаде. А ну-ка, R. Угу. Вот здесь он пусть и будет. Стрелка большая. Это будет финджер. И, наверное, я еще размер ей прибавлю и выведу как-нибудь назад вот сюда. Ну, чтобы сквозь руку просвечивался, да? Так, ну а на эту штуку, наверное, поставлю куб. Ну, пусть будет синий. Итак, вот подготовка, значит, сделана. Теперь получается рут кость. Здесь у нас магазин. Вот такая штука. Значит, магазин, когда будем вставлять, нужно будет чуть-чуть его корректировать, потому что значит, он под, ну, под кося стоит. Неровно, не идеально. И тем более в анимации он будет постоянно, его нужно будет подтягивать, подправлять. Вот раз. Так, ну, в принципе, что? Все. Object Mode, заходим, выбираем, значит, какой-нибудь материал. Или, а ну-ка, здесь, что у нас тут с ригом, фу, с этой, с текстурками-то, а? Ух ты, тут что-то наплетено, мама, не горуй. Так, а ну-ка. Тут-то это когда? Так, а ну это кто тут еще есть? Так, давайте сделаем так, как оно было. Это вот нам пока не надо. Во. Ну такое все куда бы не шло, да? А ну-ка. Это непонятно. Ну, такой пусть будет. Так, теперь заходим в Edit Mode. Выбираем L. Ага. Он не выбирается, он цельный. Вот, видите, какая сетка? Вот, сейчас я вам покажу. Вот какая тут сетка. И в принципе по барабану, зато все рабочее. Вот тоже предохранитель какой-то. Кнопка, а это сбрасывает, значит, этот магазин. Понятно. Так. Вот ее можно тоже, допустим, пи
Selection и добавить на нее сейчас еще одну косточку. Так, это выбираем кости. Это Alt-P Clear Parent. Улетит? Не, не улетело. Выбираем Rig. Заходим в Edit Mode. Видите, что мы собрали пистолет, но значит у нас теперь кости будут стоять вот таким вот образом. Где были какие детали. Если все это дело сбросится, потом Alt-G, Alt-R, Alt-S, то все вернется вот к этим костям сюда. Так, что у нас? А, вот она, кнопка, да? Ну, возьмем какую-нибудь косточку. Ну, давайте вот с пистолета, да? Shift-D. Даже нет, это Delete, Bone. Выберем, наверное... Так, а ну-ка, Ctrl-Z, да в принципе без разницы, да? Семерка на numpad, делаем R, G, так, еще сюда подставляем к нашей вот этой кнопке, просто будем ее утягивать чуть-чуть и все. Так, все, эту, значит, кнопку вяжем к пистолету, Ctrl-P, Keep Offset. И заходим в Object Mode, выбираем нашу кнопку, выбираем эту косточку. Заходим опять же в Pose Mode и, значит, вяжем к ней Ctrl-P, Bone. Так, теперь надо заменить этой косточке внешний вид. Это будет у нас... Так, да пусть будет у нас, наверное... Глаз. Вот так вот, да? И назначим на этот глаз какой-нибудь цвет. Ну, давайте красный. Так, теперь Object Mode, выбираем наши кости, заходим в Pose Mode и смотрите, на первом кадре, на нулевом А, И, прописываем все это дело. Если у вас окошко не появляется, то отключите локроту здесь. Если вы будете Skyl прописывать, то отключаете и вот просто И, ну кто как привык, да? Но это долгая песня тоже бывает, надоедает. Просто выбираете вот эту функцию и находите лог рот. Ну вот такая штука, значит, да? Пробуем, как все работает. А ну-ка, R. Вот, раз. Видите, все нормальненько так. Вот опять же, если Ctrl-Z, давайте отключим оси. Так, это значит у нас... По X, Ctrl-Z, X оставляем, остальные оси закрываем. Для чего? Когда мы будем под углом вот это все дело выбирать, теперь будем вот крутить, видите, она не уходит никуда, она работает только по одной оси. Так будет очень удобно. Так, теперь, что здесь у нас? Здесь у нас локация, да? Тоже это по Y. Значит, оставляем, остальные оси закрываем. А ну-ка, если теперь мы выберем, значит, нашу вот эту root кость, R, все работает, Ctrl-Z. Так, пистолет будет по всем осям работать. Теперь вот эти вот все причиндалы. Так, где они тут находятся? Так. Так, наверное, вот эту крутилку я все-таки заменю. Пусть будет, наверное, да тоже, пусть будет глаз. Так, семерка на numpad. Так, где она тут? А ну-ка, смоем. Раз. Ставим ей сколько там? 90 градусов.
Не по этой оси. А ну-ка, по этой. Нет. А ну-ка, если я ее буду R. А, это не она. Ай-яй-яй-яй, да? Так, это получается, что это за кость? Ага. Вот это будет глаз. Это будет по нолям. Все, это будет вот где она стоит, там она пусть стоит. Вот это будет крутилка, значит, у нас вот этой штуки. А ну-ка, R. Ну да. Ctrl-Z. Теперь, значит, вот эта вот большая root кость, это тоже будет глаз. Но только будет... А ну-ка, 90. Так, это не есть хорошо, что-то не подходит на эту косточку. Так, ну в принципе, что, если вот она есть тут глаз, да, а ну-ка, R, вот за него будем тогда тянуть, правильно. Тогда мы сделаем крит и сделаем ему вот побольше, а эту тогда поближе. Вот. Тогда мы ее точно выберем. Хотя она не столь важная будет. Так, ну все. А ну-ка тестим. Значит, эта кость у нас по иксу. Тоже остальные оси отключаем, чтобы можно было, значит, R нажать. И вот в любой позиции по одной оси это дело все опускать. Так, здесь что у нас? Тоже по иксу. Ну, в принципе, все. А ну-ка, вот эту еще. Эту мы выставляли. Угу. Ну, значит, что? Вот такой у нас получился рик. Ну, в следующем ролике теперь попробуем анимации вот с этим персонажем и как это все дело, значит, стреляет, как это все дело работает. Все, всем пока, до свидания.